В семье Бориса Роганова хранится удивительная фотография. На снимке среди одаренных детей, которых бесплатно учили музыке, дед Бориса Феодотовича. Он снят вместе с императрицей Александрой Федоровной. Так что можно сказать определенно, любовь к музыке в этой семье наследственная. Свое детище, музыкальное училище, Борис Роганов возглавлял около 30 лет. А музыке в качестве педагога он отдал более 60. Борис Феодотович сам выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный работник культуры. У него было много наград и регалий. Сотрудники историко-краеведческого музея Таганрога подготовили выставку, которая рассказала о жизненном и творческом пути Бориса Роганова. На вечер памяти пришли его родные, дочери, жена. Я стала перебирать его документы в ящиках, там начала работать. То я подумала, что я недооценивала Бориса Ильича. У него был такой объем работы, ответственности, были такие переписки. Мне до сих пор звонят его ученики, все благодарят его за тот путь, который он им указал в жизни. И они стараются во всем подражать Борису Ильичу. Детище Бориса Роганова сегодня называется музыкальным колледжем. И здесь продолжается просветительская и образовательная работа. Сюда едет учиться молодежь со всего Южного федерального округа. Некоторые из студентов в этот вечер выступали перед гостями, исполняя в том числе и произведения первого директора училища Бориса Феодотовича Роганова. Хочу поблагодарить всех за этот замечательный вечер. Хотела бы поблагодарить и музей, и библиотеку Чехова, и музыкальный колледж, и всех, кто знал Бориса Федоровича, и кто откликнулся, кто пришел сюда на это памятное мероприятие. Мы с большой благодарностью относимся к этим людям. А всего за время деятельности коллективом училища было подготовлено более 3000 специалистов, среди которых лауреаты, дипломаты международных, всесоюзных, всероссийских и региональных конкурсов, солисты известных коллективов, руководители учебных заведений. Все они начинали свой путь в музыку в учебном заведении, которое основал Борис Феодотович Роганов.